Всем привет, с вами Артём, канал Яшин Геймс. Сегодня играем с вами первый раз в Тарков, и как видите, я и с веб-камерой сразу. Первый раз в Тарков и первый раз с веб-камерой. Но теперь думаю, все новые игры будем играть с веб-камерой, а старый, который я уже начал прохождение, оставим так, как есть, без камеры. Собственно, в таком формате. Пишите, что вы думаете в комментариях по этому поводу. Так, что тут дальше у нас делать? Что тут у нас дальше делать? Не забывайте, да, подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, буду очень благодарен вам. Что дальше делать, я не знаю. Персонаж. Ого. У нас даже что-то есть по умолчанию, нифига себе. Кепка. Гарнитура какая-то. Нифига себе. Торговля. Нифига себе. Убежище. Я тут вообще, короче, не знаю, что к чему. Добро пожаловать в ваше личное убежище. Сейчас оно представляет себя забитый хлам старое бомбоубежище, но приложив усилия, сможете сделать из него полноценное подземное жилище, совсем необходимое для комфортного обитания. Найденные в рейдах или купленные предметы и ресурсы вы можете использовать для строительства и улучшения различных зон убежища, многие из которых будут делать вам особенные бонусы. От уровня зон будет зависеть скорость внерейдовой регенерации здоровья, энергии, гидратации, скорость прокачки умений, возможность создания различных предметов и так далее. Процесс побега из Тарков может быть достаточно долгим. Вам понадобится место, где вы сможете перегруппироваться и восстановить силы. Это место и есть ваше убежище. Удачи. Склад, санузел, верстак, освещение. Это типа закрыто все. Понятно. Ладно, давайте играть, пробовать. Дикий ЧВК. А типа диким я не могу еще сыграть, ну ладно. Давай попробуем. Поселок, завод, терминал. Недоступно. Берег, резерв, завод, лес. Улица Таркова тоже закрыта. А что ты вообще, как играть, я не знаю. Давайте с берега начнем. Выберите время суток. Текущие погодные условия, дождь. Включить офлайн режим для этого. Для того, чтобы расширить возможность тестирования, в бета-версии игры предусмотрен особый офлайновый режим запуска рейда для одного игрока. Можете использовать режим для исследования и тестирования локаций, пристрелки оружия и прочих активностей, если сервера игры недоступны или загружены. Функционал офлайн режима в дальнейшем будет работать специально. Не, я не хочу офлайн, я хочу сразу. По-жесткому. Выберите оружие, снаряжение и предметы в вашем рейдовом инвентаре, пометьте их, чтобы застраховать и получить шанс вернуть их, если они не были вынесены другими после вашей смерти. Условие страхования... А, если они не были вынесены другими после вашей смерти. Условие страхования зависит от торговца, ваших отношений с ним, страховой истории. Да ну нафиг. Сумма к оплате 5000. А, у нас денег 500 000, нифига себе. Страховка-то дорогая, я так полагаю, да? Ага. Ну давайте попробуем все застраховать. 16000 за страховку, блин, офигеть.
Да. Берег. Вращение. Выбор магазина. Реакция на события. Меню команд, жестов, реакции. Случайная фраза. Осмотреться. Посмотрим, что будет. Первый раз я играю. Первый раз, первый класс. Загрузка лута 20-30%, 37-43-46, 260-90. Ёпт, что-то так много загрузок идет там, офигеть. Организация с другими игроками. Ожидание игроков. Ё-моё, еще и ждать надо. Условия хаоса без... Я не успел прочитать, блин. А, можно прочитать, наверное, вот так, да? Ладно, берег, побережье — это крупная часть пригорода Таркова, которая прилегает к портовой зоне. На территории присутствуют деревни, часть домов, из которой заброшены современные частные дома и поля, длиннобереговая линия, солнечная станция АЭС, метеостанция, станция сотовой связи, другие объекты. Основной объект — это большой санаторий «Лазурный берег», состоящий из нескольких корпусов, имеющий свою собственную гидроэлектростанцию. В свое время санаторий использовался для временного содержания персонала компании Terra Group. Понятно. Высадка через 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Так, и чё? А чё так темно? В смысле? Фонарик есть? А почему я ночью появился-то? Твою дивизию. Я ни хрена не вижу, ребята. Просто ни хрена. Ни хрена я не вижу. У меня еще тут освещение, по-моему, только мешает, блин. Вообще, что тут где, блин? Отключиться, вернуться. Так, Б, режим огня, окей. В оружие менять. Так, окей. С садится. X ложится. Z ничего. Так, наклоняется он, отлично. Перезаряжаться можем. Хрен знает зачем. Куда идти-то? Я вообще ни хрена не вижу. Ни подсказок, ни хрена, блин. Ё-моё, ребята, это жесть. И сейчас чуваки с приборами ночного видения меня покосят. И даже карты нету. Офигенно. Куда идти-то?
Если на какую-нибудь мину или капкан попадем, да. Фонаря, так понимаю, тут нет, да? Мы, наверное, тупанули то, что пошли в рейд без фонарика. А, он что-то вижу. Тут же это рейд называется. Я не знаю, что вы там увидите, ребят, когда я загружу это на YouTube, но... Правда. Меня, наверное, тут вообще с полпинка застрелят и все. Так и чё вышка-то? А внутрь я не могу туда попасть, что ли? Тут двери вообще есть? О! Открыть! О, на букву F. А тут пусто. Капец от нас шума, блин. Да это невозможно, это вообще жесть какая-то. Где управление? Есть тут? А, ёпси, есть же настройки. А, фраза. Переключить PNV. Ну-ка. Нету, у меня нет PNV, я так понимаю, да? Ясно. Фонарь есть? Ё-моё, сколько тут всего? А фонаря я не вижу, блин. Зашибись. Я так полагаю, мне типа утра надо ждать? Или чё? Машину можно открыть? Ага, можно. Только толк от этого. Я вообще ни хрена не вижу. Ага, вот мы в город нашли. Ни хрена не вижу. Надо фонарик где-то найти, наверное. Мы, походу, куда-то не туда пришли, да? Мне показалось, что там есть, блин. Это что было? Это что было? Офигеть. Че надо? Ранен, вай. А, блядь! Я ранен! У меня кровопотеря. Что делать? Так можно как-то использовать это? Что делать-то, ёпты? Мне куда-то надо сделать, да, применить? Осмотреть. Так как использовать-то? Сломана нога. Ё-моё. Анальгин мы можем использовать. Шина.
И чё? Бинт мы не можем использовать. Анальгин чё он даст? Типа боль устранит, да? А одна аптечка. Что делать-то, Сухпай? Он еще типа пить хочет, серьезно? В смысле? Офигеть, вот мы пришли-то. Выстрелы были? Просто. Я вообще ничего не пойму, карты нету. Где есть карта-то тут где-нибудь? Куда идти? Чё делать, блин? Побег из Таркова. А где Тарков? Куда бежать, блин? Ранен, блин. Я же аптечку принял, блин. На каком-то минном поле подорвались, блин. Да что ты кашляешь, что, блин? Типа у него здоровье уходит, что ли? Вы не можете применить. Почему? Я вообще не пойму, что мне делать-то, блин. Он типа у меня пить хочет, да? Ну давай, пей. Все равно падает. Энергия один, блин, да? 0 из 166. Здоровье падает. Чё надо сделать-то, блин? А почему мы не можем использовать бинт? У него ж типа кровотечение или нет уже? Ранен, why? Все, парни, мне пиздец. Так типа мы ничего не можем сделать? Я вообще ни хрена не пойму в этой игре. Все. Офигенное начало, ребята. Это надо повторить. Только не ночью теперь. Еще посмотрим, что у нас есть там. Убит в бою. Да каком бою, блин? Я даже не выстрелил ни разу, блин. Нам еще и опыт дали. Охренеть. Чё? Типа мы восстановились. Офигеть. Так. А почему все-таки мы ночью? Я же вроде день выбирал. Почему? Непонятно. Так, на мои планы пошли добывать твое утерянное добро. Пацаны, сидим, ждем на жопе ровно. Понятно. Участвуйте в рейде диким местным бандитам с неизвестным стартовым снаряжением. Это ваш старый, ваше правило.
А что интересного диким играть, интересно? Не, давай будем ЧВК. Ну там же начнем на берегу. А, ну понятно, вот, 0048, а вот день, блин. Так, что делать-то? Я что, сейчас голым, что ли, появлюсь, блин? Охренеть. Чё тут делать? Я ни хрена не пойму. Предметы для бартера, для оружия. Сложно, сложно, очень сложно. Ничего не понятно. Вон схрон у нас тут куча всего. Так, броня, окей. Тритон. Профукали автомат мы, да? Ну давай еще. Один. 5.45 на 39. Где у нас? Это же такие патроны, да? Это какие патроны? А, но. Это чё? Рюкзак, окей. Это чё? ГСШ, связь типа. Ладно. Пистолет. МП-443, ну вот он, да, у нас есть. Три магазина взяли мы, да. А давай все заберем. Карманы. Так, гранаты есть. Водка, рубли. Нам не нужны деньги. Кепка. Аптечка. Это что? Жгут. А, видимо, ему перетягивать кровь, да, надо. Бинт. Че? Вазелин. Я даже хрен знает, зачем оно нужно. Блин, дорогой тут все. Лицо, маски нету у нас. Это все, что у нас есть, да? Сухпай, вода, тушенка, граната, да? Ну, давай одной хватит нам, попробуем. Так, ну я типа готов, что ли? Подсумок, что за альфа? А где фонарик-то, я понять не могу. Прибор ночного видения тут есть, не? Или я опять там буду в темноте бродить, блин? Торговцы, ну давай, право. Чё у него есть тут? Снаряжение. Чё это вообще такое? Оружейные части моды. Ё-моё, сколько всего тут? Патроны. Терапевт. Ну, терапевт, я так понимаю, медицинская всякая шляпа, понятно. Скупщик. Лыжник.
Где вообще найти прибор ночного видения, а? Грузится долго все, блин. Механик. Ну это, наверное, как раз прибор ночного видения, блин. Давай все страхуем нафиг. А, этот предмет не может быть застрахован, понятно. В смысле, а что, мне не надо платить здесь? Условия страхования зависят от торгов, с ваших отношений с ним страховой истории. Типа сейчас нам ничего не надо платить, прикольно. Ладно, погнали. Час дня, типа. Ну, сейчас посмотрим, что там. Хоть раз выстрелить надо, блин. Я так полагаю, типа, мы еще не готовы с вами для ночных вылазок. Не открывается у нас пока. Я вообще тут ничего не пойму пока что. Сложно, сложно, ничего не понятно. Это еще под лаги, блин. Да, первый раз вообще неудачный был. Ну, сейчас хоть днем должно быть получше, я думаю. Мы какое-то минное поле ночью наше набрели. Я так и не понял, блин, там что-то пытался аптечки какие-то принимать, ничего не помогло, блин. Загрузка лута. В условиях хаоса, беззакония, ограничения жизненных ресурсов территории первыми свою голову поднимают лица, изначально обремененные морально-этническими нормами. Или готовые. Или готовые ими поступиться. Они сбиваются в стаи, живущие по общим законам, и грызутся за свой кусок особо жестокими и циничными способами. Так вчерашние граждане становятся дикими. Дикий рейдер, непонятная группа вооруженных людей, по слухам, состоящая из бывших ЧВКшников, местных жителей и прочих, имеющих явную боевую и тактическую подготовку. Берег. Побережье — это крупная часть пригорода Таргов, которая прилегает к портовой зоне. На территории присутствуют деревни, часть домов, из которой заброшена современная часть. Но это мы считали. Основной объект — большой санаторий Лазурный берег, стоящий из нескольких корпусов и имеющий свою собственную гидроэлектростанцию. В свое время санаторий использовался для временного содержания персонала компании Terra Group и ее сателлитов, готовящихся к эвакуации через порт Таркова. В чем вообще смысл игры? Я не знаю, честно. Побег из Таркова. К чему это? Куда они бегут из Таркова? Куда я бегу из Таркова? Куда надо бежать? Кому? Зачем? Почему? Ну и чё? Долго мы еще будем ожидать игроков других? Да, знакомый мне автомат АК-74.
Он вылитый. Я еще не знаю вообще, как тут стрельба идет. Какая отдача. Ага, высадка через 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Поехали. Так, ну вот это уже поинтереснее. Днем уже что-то тут попонятнее. Как возле какого-то забора мы. Ёпти. Так, ладно, я понял, что в траве лучше нету. А у нас еще есть какие-то союзники или как? Или каждый за себя здесь, блин? Деревня какая-то. Вот лучше на автоматический огонь переключу. Или на одиночный лучше. Я даже не знаю, как лучше. Капец, он, конечно, так туфлями своими бьет, ботинками. Такое ощущение, что за 3 километра услышит. Стрельба какая-то. Ладно, хрен с ним. Даже карты нету тут, да? Что-нибудь можно найти вообще? О! И что? Болты? Серьезно? Еще какое-то говно. Вот я перебздел сейчас. Что тут? Тут ничего. Придет сейчас сюда кто-нибудь, не? Тазик можно забрать? Нет, а почему нельзя? А в болоте можно утонуть, интересно? Я, честно, даже ни графику не подкручивал, ничего не делал, блин. Чё, есть? Нихрена. А чтобы лут остался, мне интересно, что надо сделать? Надо победить? Или что? Как это тут работает вообще? Скажите мне кто-нибудь. Ого. Тут всех убивать надо или как? Я не пойму ни хрена. Я так понимаю, кто первый кого увидел, тот и победил. Понятно. Куда идти здесь? Или тут какое-то время продержаться надо? Я хрен знаю, блин. Я даже ничего не смотрел, не гуглил. То есть я без понятия. Вот, то есть вам, уважаемые зрители, вашему вниманию представляется видео посмотреть того, кто вообще ничего не знает про эту игру. Где-то что-то слышал, но не видел.
Ну как, видел там пару видосов, как там бегают, стреляют, чё к чему, не знаю. Подробнее не знаю. Чё, у меня энергия села. Чё с ним такое? Мысли, бля. Чё? А почему энергия упала? Пожрать надо, что ли? А, во, понятно. Офигеть. Серьезно? Серьезно? Короче, чтобы энергия, наверное, не садилась, нужно пешком ходить, я так понимаю, да? А не бегать, ты как сломя голову. По привычке. Не, да, вроде так не садится. Тут от каждого шороха. Что, есть? Что-то есть. А, изучить надо, понятно. Давай в домик зайдем пока. Побезопаснее, думаю. Есть что? Ничего нет. А мы, может, уже были здесь, кстати, да? Скорее всего, мы тут были. Так, ну давай попробуем. Что у нас тут? Изучить. Порох с крем. Что это? Что это? Холодные сварки. Представляет всякий клеящий состав, который обладает высокой степенью пластичности. Он состоит из эпоксидной смолы, представляет двухкомпонентное вещество с металлической пылью. Понятно. Рулетка. И нафиг нам это надо? Порох. Забавно. Мне почему-то он хочется в церковь сходить. Я сам звуки издаю, такое ощущение, как будто тут что-то есть. Блин. Энергия падает от моего бега тут, блин, дикого. Блин. Я так понимаю, от того, что по болоту ходишь тоже. Это жесть, конечно. Мне интересно, тут от одной пули умирает или нет? Блин. Есть очки. Ага. Защита зрения против слепления. Стандарт тактические очки, защита от солнца и ударных воздействий. Прикольно. Че, можно что тут есть? Понятно. Короче, только из сундуков можно брать. Вон там домик, может, что-то есть интересненькое. Так, что с энергией? 42. И время тикает на часах. Прикольно, конечно. Прикольно. Да, наверное, лучше на одиночный переставим. Хотя, так вот. Ого! Прикол! Что это такое? Дополнительный бронер для шлема Obscure Fast, который защищает область ушей от осколков малокалиберных рикошетов. Ну, я так полагаю, мы его не можем сейчас сделать, поставить, да? Это для шлема дополнительная фигня какая-то. Выстрел был. Чё вообще в этой игре надо делать? Ё-моё.
Я ни хрена не пойму. Куда идти, блин? Где карта, блин? Или тут надо карту где-то достать, блин? Бинокль есть? А, нет, это этот. Режим огня переключается. Это жесть, конечно. Тут же наверняка винтовки снайперские есть, наверное, да? Ого. Тут, наверное, много лута. Отключиться можно? Что значит отключиться? То есть можно полутаться выйти отсюда? Да, эта игра точно требует какой-то инструкции. Блин. Так. Это дробовик, по-моему. Ух ты. Ну что, будем крысить или что? Даже не знаю, как лучше поступить. Стреляли как будто из дробовика. О. Ого. Давайте поучаствуем в этом веселье. Стреляли где-то там. Я так полагаю, все обычно на выстрел сбегаются, да, наверное? А гараж можно открыть? Понятно, короче, такой себе. Такая себе маскировка. Это уже другое. Наверное, глупость сделаю. Тут какое-то открытое пространство, блин. Есть, тут, короче, везде резня какая-то происходит. Блин, у меня энергия падает, блин. Оба-на. Это было рядом. Все ближе и ближе.
И он приманивает таким образом. Наверняка приманивает, да. Ух ты, машина классная, конечно. Что есть? ТБшка, туалетная бумага типа. Ну да. Блин, я каждый раз шугаюсь. Может хотя бы еда будет. Херобора всякая. Второй этаж есть. Тут, наверное, кухня, да? Да, кухня. Которой ни хрена нету, блин. Ничего нельзя посмотреть? Ну, что за кухня такая, блин? Наверняка нас хорошо слышно. Не, ничего тут нельзя. А ну-ка. А, это закрыть можно дверь, понятно. Тут уже обыскивали, да? Тут же могли бы уже быть кто-то, да, наверняка. По всей видимости, уже были. Энергия падает, это падает. Вы что, серьезно? Ну давай там, я не знаю. Попей 20. Ого, нормально, давай еще попей. Это что? Чё? Коробка патронов 9.19. А, вот, наверное, такие, да? А, нет. Это какие патроны? МП-443? Ну да, 9.19, вот они. Ладно, пошли. Слишком долго мы в этом доме сидели. Небось тут всякие какие-нибудь кустодроты сидят в кустах, бля. Наверняка, блин.
Но. Не, нельзя открыть. Но. Ага, ничего нет, понятно. Блин, вот меня эти звуки каждый раз пугают. Вторая группа. И пусто. Ха. И, блин. А дверь закрыта. А дверь закрыта. Не убивается. Это ж медикаменты, правильно? Ну-ка, давай сходим. Не, ни хрена тут не найдем, да? Ладно, хрен с ним. Вижу. Ну, давай хоть постреляем чуть-чуть. Он идет. Бежал далеко к воде, что ли? Меня не видит, наверное. Чувствую, сейчас придется к тому, что он меня увидит, блин. Вдоль забора пошел, да? Блин, а? Ладно, хрен с ним. В холодильнике ничего нет, да? Я так полагаю, что мы с ним еще можем встретиться. Вот это было глупо. Да тут обыскано все, я понял же. Да ну, плеха-муха. Если кто-то был, то нас точно услышал.
Блин, надо было стрелять его, блин. Как бы он, может, по дороге умер. А так он сейчас меня убить может, да. Ну, какие-то прям бои идут. Охренеть. Есть какие-то бои. Ни хрена себе. Ого, это прямо рядом. Это прямо рядом. Со всех сторон бойня, блин. Это зубная паста, блин. Кек. Зачем это вообще? А, клейкая лента, понятно. Полагаю, толку-то от нее мало, наверное. Как вообще закончить эту игру, мне интересно? Никак? Ну-ка, что за какашки? Конденсатора, прикольно. А стреляли-то здесь. Ого. Что это? Статуэтка ворона. Прикол, прикол. Ладно. Ну, опасно, конечно, мы тут с огнем играем. Тут выстрелы были, блин. Какой-нибудь кустодротер сидит там в кустах, блин. Пес. Я даже ни разу не выстрелил в этой игре.
Ну-ка. Что это? Набор медикаментов. Окей. А, у нас еще здесь есть место, ёпти. Скорее всего, там где-то стреляли. Не открывается? Не открывается. Багажник, по-моему, может открываться, насколько я помню. Да? Ага, пусто только здесь. Че, ничего нету? Просто... Просто дверь. Просто дверь. Сарай, может, что-нибудь есть. Ой, блин. Да, явно в этой игре шуметь нельзя, блин. Ну-ка. Яблочный сок. О, это надо, блин, давай. Наверное, как-то это. Сейчас. Так, так. Так. Отлично. И тут что-то есть еще, да? Блин, так долго все это проходит. Твердка плоская. Я не знаю зачем. Ну, в толчке какашки там точно мы не будем искать, наверное, да? Есть? Что? Не, ничего нет, просто. Не убивается. Зато пошумели, зашибись. Если бы кто-то был рядом, явно меня услышал. Блин, видели одного чувака, но не стали стрелять, блин. Тут же наверняка реалистичность высокая в этой игре. Да? Бля. Очень херовое место. Наверняка сидят в кустах какие-нибудь мудайзоны, блин. Джедаи, блин. Что-то не пойму. Мы вернулись туда, где были, что ли? Вообще непонятно ничего. Хоть бы была какая-нибудь эта карта чисто, чтобы сориентироваться. Ничего ж непонятно.
И сколько мне вот бродить надо? Мне реально надо как-то выйти отсюда, из этого города, или что? Так, а, ну вот, может где-то здесь искать я. У тебя! А, у вас нет карты в инвентаре, ну понятно. Задач нет, умения какие-то непонятные. Здоровье пока нормально вроде. Поплыли отсюда на лодке. Не обыскано, пусто. Ага. Ага. Интересно, все эти шумы также слышат другие игроки, которые рядом находятся. Понятно. Короче, тут только сумки открываются и вот эти деревянные ящички. По всей видимости. Больше ничего. Ну и двери еще, конечно же. О, еще нет. Не все, значит, не только. Ого! Изолента у меня была же уже, по-моему. Или каждый раз изучать придется. Там где-то. Непонятно, то ли выстрел, то ли гроза какая-то, или гром. Бля. А мы здесь были, да? Нет, не были. Бред какой-то, ладно. Я уже заблудился. Бродишь, бродишь, короче, часами, я понял. Папка повеселее, конечно. Или тот же самый Warzone, бля. И сейчас, небось, один выстрел, и меня убили. Так, что у нас там? Он пить хочет у нас? Давай, пей. Еще, может, попьешь? А, это все, что осталось, я понял. Ну давай уж допиваем. Так, это мы оттуда пришли, по-моему. А что делать? Что делать, хз? Вон, там что-то интересное. Машина какая-то стоит.
А, типа через 10 минут закончится выставка, я понял. Понял. Короче, наверное, 10 минут еще выжить надо. Это был игрок, мне интересно. Да сам первый начал стрелять, если чё. Чё, попробуем добить его? А гранату можно кидать? Граната тут! Кого-то убили. Шапка, ёпти. Че? Вон! Ё-моё, ребята. Я чё, уже двоих? Одного убил точно. Двоих убил. Так, ладно. Здесь что? Нож. Броню куда можно одеть, не? Раса, блин. Она тяжелая, ё-моё, блин. Блин, мы пока тут херней занимаемся, нас убьют нахрен. Блин, это большое, много места занимает, блин. Так. Это чё? Умка. Охотничий жилет. Я даже не знаю, она лучше или хуже, блин. Не, не помещается она сюда, блин. Балаклава. Пош...
после этого посмотрим. Броня, фига себе, какая-то. Жук 3 пресса, а какой лучше-то? Очки брони 17. А, ну потому что я, наверное, ее разломал, блин. О! Так, это, по-моему, что-то поинтереснее, нет? Размер контейнера 12, а тут у меня сколько? Раз, так. 4. Бля. 2, 3, 4. У меня 16, я так полагаю. Да ладно, блин, вы что, серьезно? Вы серьезно, ребят? Я ж первый раз в игру зашел, блин. Ружье ТОС. Мне его уже некуда положить, блин. В принципе, можно выкинуть, чё? О, ёпте. Не, надо как-то положить это ружье, блин. Определенно. Не, сюда не положится. Только сюда, да? Ладно. О, есть. Мы нашли. Тридцать патронов у нас в магазине. Спокойно, тут лутаюсь, хожу, блин. Ё-моё, блин. Так. Выбросить. Давай-ка. Здесь что? Маска какая-то, блин. Глаза. Ну, это, наверное, поинтереснее будет. Здесь что? М9. Какой-то пистолет, по-моему, покруче, блин, чем у меня, блин. Понятно. Куда его положить-то, блин? Сюда можно? Да. Это что? 4 класса. Размер контейнер 20. Да ну нах. Мы его можем куда-нибудь погрузить-то? В смысле, блин? Экипировать не могу. Блин. Чё-то, по-моему, я хуйню сотворил, да? Офигеть. И еще, оказывается, разгрузку обыскивать надо. Почему здесь ячейки у меня не, нет, самые недоступные?
Твою мать! Время кончилось. Блять. А я выкинул патроны, да? С разгрузкой. Рейд окончен. Досрочное завершение. В смысле пропал без вести, блин? Я вообще не понял ни хрена. Я убил троих чуваков. Диких убил. Пропал без вести, блин. Капец. Восстановить, лечить все. Но. Я профукал, да, что-то, по-моему? Что я профукал? Патроны я профукал все, блин. Твою дивизию. И калаша у меня нету теперь. Мои спецы выдвинулись из локации побережья, будут искать твое добро, если его никто не вынес. Окей. Это справочник. Ну все, ребята, как бы для первого раза достаточно. Пишите в комментариях, что думаете, как вам. Для первого раза я сыграл. Всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.